Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dan the Man. История, конечно же, история. Давай заходим. Зона страха. Сегодня я, кстати, приобрел студеные равнины. Так, ну мы будем с тобой бомбить дальше эту зону, зона страха. Так, подожди, а почему я не могу перейти сюда? В чем проблема? Здесь нужно жуткие деньки. Нужно пройти, и судя по всему... Блин, ну тут же сложно. А что делать? Надо бомбить, друзья мои. Касание Мидаса не надо. Ух. Так. Ну что, я готов, наверное. Так. Ну, давай, родные мои. Давай, 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 давай. Без всяких там бибип и ничего подобного. Так, вампиреныши. Надо с ними тут разобраться. По шурику, ребята. Блин, не забывайте, что у меня тут время идет. Надо успеть. Я так понимаю, нужно пройти именно три режима. Это первый у нас с тобой, да? Если мы даже его пройдем, то надо будет еще один осилить. Что не так-то просто. Ну. О, сколько тут зомбиков. Так, давай. Нам, по-моему, в тот раз немножко не хватило, да? Буквально чуть-чуть. Так, попробуем. 15 секунд, друзья мои, 15 секунд. Что-то как-то... Я даже не знаю. А сможем ли мы с вами пройти? Вот, тут время. Да дай ты пройти, мне время надо взять. Слушай, что так их много? Ты посмотри, что тут творится. Давай бомбанем. Бомбанул, блин. Давай, так, уходим, уходим, уходим. Теперь популяем с тобой. Давай всех валим. Кому можно и нельзя. Воу, сколько времени. Я натырил. Слушай, может быть в этих часики какие-нибудь будут. Часики есть. Иди сюда, всем достанется от меня. Так, огромные часы взял. Оу. У нас, кстати, проблемы. А проблема знаешь чем? Я не могу наверх запрыгнуть, потому что там тупик. Вот поэтому и не могу. Тихо, зачем на шипы-то прыгать? Рэй, ну что ты? Иди давай, бомби их всех. Так, что вы тут стоите? Что вы тут третесь, а? Так, ну ладно, этот режим я прошел. Я и в тот раз его вроде бы проходил. Фух, арена 1 из 2 пройдена. А вот дальше? А вот дальше будет сложно. Так, что мы можем взять? Яблочко? Блин, яблочко-то, по идее, нужно мне. Да и вот сюрики как бы, блин, не помешали бы, если честно. Вот здесь вот, ребята, сложнота начинается. Да? Именно здесь я тогда не смог пройти. Ну давай, зомби, иди сюда. Что вы там третесь, я вас спрашиваю. Тихо, не надо косточки тут бросать в меня. Уходим. Отвяжись ты от меня, а. Так, что тут, грибы какие-то? Зачем ты в огонь-то прыгаешь, Рэй, ну. Неужели опять фейлом пахнет, а? Неужели так и будет? Опа, кость. Друзья мои, там была кость. Так, попробуем сейчас отсюда бомбануть. Так, этого тоже. Да куда ж ты ушел-то от меня, а? Все, меня подбили. Друзья мои, очень сложно, понимаешь, что тут не хватает мне жизни. И это мне придется все заново начинать. Это вы хотите сказать, что я должен пройти... Пройти все три режима на... Вот на всем этом здоровье, что вы мне даете? А не жирно ли это, а? Получится-то? Слушай, мне однозначно нужно где-то взять гемы, чтобы прокачаться маленько. Потому что мне кажется, что уже я слишком слаб для этих всех дел. Так, я взял гранатомет. Давай-ка так вот бомбанем с тобой. И нужно мне бегать как можно меньше. Нужно больше бить их, чтобы нам зарабатывать вот эти вот самые часики. Так. Блин, промахнулся, надо же, а. Ну, ладно. Касание Мидаса нам не нужно. Вот Берс это было бы классно. Но его нужно заработать для начала, понимаешь? Чтобы использовать. Ну, если я сейчас не пройду, вдруг такое случится, да? А это наверняка случится, то мы с тобой будем что-нибудь эдакое думать. Так, тут надо сваливать, потому что тут вообще меня зажали конкретно. Да ладно. Подожди, а что у меня? У меня даже оружие никакое. Да что ты? Короче, ребят, тут зажали меня по полной программе. Я здесь ничего абсолютно не смог сделать. Предлагаю, знаешь что?
А что я могу приложить? У нас там 18 гемов, так? Так. Если я зайду в приключения. Офигеть, как там жестко бомбят. Слушай, у нас тут открылось что-то новенькое. Давай зайдем и будем играть, я так понимаю, за Барри. Уровень сложности легко. Видимо, бежать нам нужно или что? Я пока не знаю. Оу, нифига ты. Это кто такой? Иди в лаву, тебя скинуть надо. Окей, я его подбил, ребят. Оу, а у нас время здесь действительно есть. Смотри, что делает. Давай, 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 горите. Так как ты? У нас Барри здесь очень слабый, поэтому, друзья мои, мы с вами и не можем. Ой, зачем же в лавушку-то? Бежит. Ой, они еще... смотри, что они делают. Они бьются электричеством. Гори. Так, дай-ка я сюда запрыгну. Так, наверх. Давай, 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 быстрее. Так, пи-би-бип, говоришь, да? Время, мне нужны часики, дайте мне... Время, пожалуйста. Я вижу вот здесь вот часы, окей? А что мне нужно сделать? Просто забомбить их всех или что? Там еще часы. Давай попробуем. У Барри ничего нету. Никаких там супер ударов, супер атак. Он у нас вообще без прокачки идет, если честно. Поэтому мне будет как бы за него сейчас сложно играть. А в чем суть? Что я должен дальше делать? Вниз что ли идти? Или что? Или вот сюда? Ага, наверное вот сюда. Окей. Так, дальше тут курица. Мы все выше, выше с тобой идем. Да ладно, а, отвали. Надо их здесь вот прижучивать. Да, у меня получилось. И вот, ребята, я на финише. Фух. Ну, здесь довольно легко все было. Арена 1-1 пройдена. Барри такой стоит довольный. Фух. Да, хапнул адреналинчика чуть-чуть. И мы получили с тобой бронзовый приз. Соответственно, 2 самоцвета. Ну, уровень... Вау. Робот-бот. Попробуйте, говорят мне. Хм. Хотелось бы посмотреть, что он из себя представляет. Все, они меня клонят, ребят, чтобы я этого Барри. Не Барри, а, ну да, Барри, чтобы я его купил. Так, здесь легко, обычно и сложно. Погоди-ка. Улучшить? Будь у него сердце, а зачем? Мне пока не нужно, я хочу просто глянуть. Здесь можно получить сундук, но для этого нам нужно с тобой еще 3 серебряных кубка. Давай попробуем здесь, наверное, выбить. Да, серебряный кубок. Так, ну что, у нас с тобой ничего нету. Я уже забыл, где мы с вами зарабатываем вот это все. Ой, ой-ой-ой. Так, мины. Опс, ну ладно, мины я... Ой-ой-ой-ой, время вышло. В плане время вышло, что случилось-то? Я даже ничего... Заново, конечно, что... А что надо сделать было? Ребят, вы хоть объясните. Время вышло, главное, нельзя на мину, что ли? А, все, я понял. Ребят, я понял. Тут надо очень быстро собирать вот эти вот часики. Вот оно что. Если ты, ну, как сказать, проворонишь, то времени у тебя не хватит. Вот оно в чем суть. Поэтому собираем. Ай! Было больно сейчас. Больно и неприятно. Сколько там? 9 секунд. Я прошел, друзья мои. Я успел. Я все монетки насобирал. И все часики тоже пособирал. Хух, ядрить тебе на корень. Но, тем не менее, я получил этот серебряный кубок. А нам нужно еще с тобой 2 кубка получить. И 2 самоцвета. Всегда радуют меня самоцветики, естественно. Потому что мы за ней будем с тобой прокачиваться. И нам открывается уровень сложно. Поехали, посмотрим хотя бы. Подожди, зачем я нажал на улучшение? Я хотел вот сюда нажать. Давай смотреть. Ну, тут, наверное, будет все, ребята, просто в притирку. Так. Нам нужно собирать с тобой опять часики. Ты сам это видишь. И причем нам нужно это все очень быстро делать. Так, тихо, не надо так делать. Зачем? Ну куда? Да куда ж ты? Ну, Рэй, ну... Ребят, это не моя вина, это... Жесть, тут сложно. А сколько там... А сколько вообще времени нужно просидеть? А, мне чуть-чуть не хватило, да? Совсем чуть-чуть. Ладно, давай попробуем пройти с тобой еще разок. Блин, мне бы вот сюда броньку или еще что-нибудь в этом роде. Так, я готов. Я готов, я собираю. Давай, 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 часики мне. Оп, вот они выпадают.
Я это все собираю, естественно. Так, здесь перепрыгиваем. Собираем часики. Что там заморгало все? Меня еще немножко смутило. Практически, друзья мои, на пределе, да? Но, тем не менее, я успеваю собрать. Время еще есть. 4 секунды. Давай, 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 не эти часы. Вот здесь, пожалуйста, мне. Окей, здесь. Да ну! Так, тихо, 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 не надо. Дай, пожалуйста. Время вышло, мне чуть-чуть не хватило. Или сколько, я не знаю, ребят, я не вижу времени. Я гонюсь за этими, как сумасшедший. Мне будешь бы забрать часики. В общем, здесь я пока не могу ничего сделать. Давай попробуем. Где нам? Слушай, по идее, нам и здесь нужно, да, получить серебряный кубок. И здесь, только в этом случае мы с тобой откроем вот этот сундук. Опять золотых кубков, если мы соберем, то откроем гигантский вот этот ящик. Но мы же можем и здесь, наверное. Оу. Слушай, у нас открылось. Но нам почему-то нужно здесь ждать время. А почему? Пока не знаю. Мы и здесь с тобой еще, да, не все прошли. Кстати, если мы с тобой получим серебряный кубок, откроем вот этот сундук. Поэтому давай мы, наверное, с тобой попробуем пройти здесь режим обычный. Так, ой. Она же у нас тоже без прокачки. А в плане, почему? Почему вы меня на меня нападаете, а? Друзья мои, зачем же вы так делаете? Автомат мне достался. Так, бомбим. Я стреляю как ошалелый. Слушай, мне, наверное, вот сюда надо. Оп. Ой, зачем же вы меня толкнули-то туда, а? Я часики подобрал, 40 секунд у меня есть. Автоматик. Мне еще и ножик там. Оу. Слушай, а времени-то здесь очень много дают. Времени очень много. Мне бы лучше бы что-нибудь дали подкрепиться, если честно. Слушай, ну как вариант, можно их в воду скидывать. Нате вам ножичками. Всех буду бомбить. Давай, 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 давай. Все? Уйди от меня. Не подходи ко мне. Е! Друзья мои, мы с вами получаем какой? Серебряный кубок, да? И откроем ящик. Получается так. А в этих ящиках могут быть всякие призы. Слушай, а где же мы с тобой собирали жетоны? Ты помнишь? Мы с тобой где-то хапали жетончики. Два самоцвета. Вот. Я выиграл сундук. Ну-ка, и что нам в этом сундуке? Еще 5 самоцветов сверху. Это приятно. Всегда приятно, ребята. Открывается сложно. Что-то тут перечеркнуто и время дано. Не знаю, зачем это все сделали. Тут испытание-то будет прилично. Так. Это всего, да, сколько у нас? Подожди секунду. По-моему, у нас немножко в другом режиме это приключение, а у нас, по-моему, выживание, да? Именно на выживалке мы с тобой, да. Именно вот здесь мы можем зарабатывать жетоны. Так, погоди-ка, у меня что, 3 из 3 накопилось, да? Я ведь могу идти в костюм-машину. Ну-ка. Ну да. Или нет? Бесплатно один жетон. Нет, не будем мы смотреть с тобой видосики. Так, у нас с тобой костюмчики. Вот этот скоро откроется, да? Это будет круто. И все, пока. Только один ближайший костюм. Ладно, погнали с тобой на выживание тогда. Эта башня у нас 4-я. Играть я буду за Рея. Игра, вперед. Поехали, ребят. Касание Мидаса я, наверное, возьму. Почему? Я же взял... Я же взял Рейчика, ё-моё, они... Ну что это такое, а? А это кто такой? Что это за чудик в костюме там бегает? Так, мыши летучие. Тихо. Ох, ничего себе, ты посмотри, что... Да уйди ты. Кто ты такой, а? Слушай, они тут все какие-то злые. Да чтоб тебя, все, я, ребят, погиб. И теперь я играю за себя. Вот он, этот шитик-бритик. Нифига вас тут. Надо их всех тут нараскумаривать. А вон жетоны, кстати, упали. Есть, я один успел подхватить. Вот он, этот стрелок ворошиловский. Так, тихо, кто-то мне, кстати, сказал, не трогай ворошиловского стрелка. Ребят, ну это такое высказывание просто есть. Я же ничего против него не имею. Ну куда ты разогнался, а? 17 секунд у нас с тобой на все про все. Об этом тоже не забывай.
Так, там никаких стрелков нету? А то сейчас сзади мне бомбанут еще. Так, этот в кислоту упал. Да зачем ты так падаешь? Ну давай, это же последний. Как пить дать, это последний. Я успел. Фух. Слушай, я всего, по-моему, один жетон успел вырвать. Ну, зато я хапнул тут монет за счет касания Мидаса. Так, а мне что? Фу, я думал, меня опять куда-то отправляют. Два самоцвета. Выбери, говорят, да? Выбери. Я могу взять гранатомет, могу взять курицу. Наверное, гранатомет возьмем. Оу, продолжение, ё-моё. А я-то думал, что все. Угу. Но не тут-то было, как ты видишь. Вставай, господи, лежит там он. Так, бомбим. А это кто? Опять. Опять этот фрукт. Что? Как ты меня подсечками своими заколупал, а? Так, мы этого сейчас подобьем с тобой, фрукта. Вот они, жетоны. Так, ну-ка. Не надо. Да чтоб тебя. Так, подожди. Да что вы делаете? А как? Как так меня быстро расписали? Эй, друзья мои. Блин, ну офигеть сложность, конечно. И это мне придется... А, я могу отсюда начать, да? Или с первой начну? Ну-ка попробуем. Берем. Игра. Так, вперед. Так, это сначала, что ли, я? Блин, с самого первого уровня. В общем, одним словом, друзья, я могу сказать следующее. Тут прокачивать нужно абсолютно всех персонажей. И меня, и Барри, всех. Абсолютно всех. Потому что испытания проходят на всех персонажей. Опс. Ну и нафиг я так сделал? Вот скажи мне, зачем? Зачем так делаешь? Дай-ка я лучше здесь вот наверху, наверное, подерусь с ними. А-а-а, закхомутали. Да уйди ты со своим дробовиком. Она слабая. Она очень слабенькая, поэтому, ребят, ну, что ты хочешь от нее? Так, а если мы погибнем, за кого будем играть? За меня или за кого? Очень слабо написано. Очень слабо. А вот так вот если. Так. Ну. Ну, конечно, слабо. Она же не прокачанная, фигли. Хочешь? У меня 14 секунд всего лишь остается. Так. А эти тут прохлаждаются, ребята. Вот. Вот теперь я начинаю играть за своего основного персонажа. Так, давай, 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 иди сюда. Время. Да быть такого не может. Чтобы по времени еще сфейлимся. Сфейлились. Как ты видишь. Ну тут лютая жесть, конечно, идет. Я даже не знаю, ребята, что делать. Вот что ты. Что ты мне скажешь тут сделать? Пойдем с тобой в машину, у нас сколько? 3 жетона, крутим. Ну, что успел, ребята, то... О, вы получили броню, это уже хорошо. Так, талон на костюм. Еще буквально один, и мы с тобой сможем получить. И опять же, защитный экран. Защитный экран. Так, история. Давай глазком одним глянем, что такое студеные равнины. Угу. Вот здесь мы с тобой начинаем. А почему за нее-то будем играть? Мне можно поменять героя? Вот я хочу за Рычка рубиться. Что у нас там по костюмам? О, кстати, да, у нас... Так, осознал войну, над любовью еще работает. А что у него там за это? Так, бонус к сопротивлению оглушению. Так, плюс 3 к сопротивлению урона. Плюс 5 к урону в ближнем бою. Защита от огня. Слушай, ну мне кажется, что мой костюм, наверное, будет покруче, да? Я имею в виду вот этот вот. У нас что там идет? Так, к оглушению сопротивления, да? Шансу крита в ближнем бою. Но мне нужен не крит, мне нужен урон. Вот так вот будет поэффективнее, поверь мне. Так, ну я, в принципе, готов. 30 у нас с тобой гемов, а нам нужно 50. Ё-моё, еще 20 гемов где-то надо заработать. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут за студеные... места. Then the main game. Студеные равнины 1-1. Давайте устроим милое зимнее торжество.
Ну, здесь, по крайней мере, хоть эти жители живы все, да? Оу. Добрый робот Санта. Ну что опять? Так. Это что еще за профессор кислых щей тут появился? Зачем нам армия? Никаких вам подарков не будет. Взять их всех! Ах ты злюка какой, а? Ой. Ай. Вы что же делаете, ироды? Вы... Так, ну-ка, сядьте в этого робота, бомбаните этих. Ах, поклонились. Да, да-да-да. Так, они, наверное, сейчас своего робота позовут, мне кажется. Перепрограммировали, по ходу дела, да? Твою же налево. Все. Блин, он за них стал. Ну вот, не было печали. Так, ну тут я появился. Да, профессор сошел с ума. Или кто он такой, я не знаю, ребят. Ага. Ну. Че, Денчик, не получается, да? Блин, он улетел куда-то. Ага, вот так вот начинаются у нас с тобой студеные равнины. Вперед, говорят нам. Ну давай. Чего ты там бибикаешь-то? Бибикает он мне. Под Супермена косишь, да? Так, а это у нас пугало просто? Пугало, да? Ну, камон сюда. Ты что думаешь, тебя это не касается, что ли? Идем. Монетки будем собирать с тобой. Так, кувшинчик. Оу, золотые сюрикены. Ну-ну-ну-ну-ну. Опа. Ты видел, что у нас тут? А есть еще, во. Тайная зона, оказывается. Ха-ха. Прикольно. Жик. Так, я этого все-таки шпокну. Ах ты, гаденыш. Ты что же делаешь? Так, кувшинчики меня ждут. Монетки, конечно, монетки. В магазин, давай зайдем и глянем. Сколько? А у меня 110 монет, наверное, ни на что не хватит. Хотя, кто его знает. Нет, хватит на золотые сюрикены. Мне хватило на золотые сюрикены. Бой! Понятно. Это кто такой? В шапке-ушанке. Иди сюда, бегает он мне там. На. Тихо, комочками стреляется. Вот оно что. Комочки-то плохо. Это больно. Это опасно, в конце концов. Это с дубинкой. Ну-ка, прыгайте все сюда ко мне. Вот, все. Ой-ой, да что ж ты. Ничего себе, он бомбит. Очень часто. Опять хочет? Да, опять хочет. Ну давай мы с тобой пообщаемся, все? Доигрался? Видите ли, испортили нам тут, понимаешь ли, Рождество. Звали их тут, да? Че стоишь-то с дробовичком? Все. Так, дай монетку. Да, уже хотел замахнуться и ударить меня, а? Не на тех напал. Ну а ты кто так? Ты кто так? Ох ты. Да что ж ты будешь делать-то, а? Какой он юркий. А ты, зеленка, что тебе надо? Там, кстати, у нас телевизор. Что из него нам выпадет? Автомат. Да какого лешего-то? Блин, мне бы, знаешь что? Мне бы перекусить что-нибудь. Давай, прыгай сюда. Эти, немножко не туда ты прыганул. Так, сейчас мы этого сбросим вниз. А что там внизу? Там, наверное, опасно. Вода. А здесь? А здесь отлично. Так, а тут же, по-моему, видно. Нет, слушай, там что-то, наверное, было интересное. Надо было прыгнуть мне. Бой. Ой, комочками достает, блин. Да что ж ты будешь делать-то, а? Они все достают комочками меня. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Будем сюриками отбиваться, ребят. Ну а что? Они, значит, комочками в меня бомбят. А я должен стоять и любоваться? Нет, не бывать этому. За шкварники выкинул его. Куда-то там разогнался. Так, тихо, уходим. Я вот этого хочу поймать. Поймал.
Давай, прыгайте сюда, я вас сейчас сюриками угощу. Да что ж ты такой неподатливый, а? Все, разобрался? Окей, так, подожди, монетку заберу. Ну, студеные равнины вроде бы как полегче маленечко, да? Яблочко, то, что нужно для меня. Спасибо, хоть немножко подкрепились. Так, здесь у нас нет никакой там секретной зоны, не? А то не любят тут везде всякое сделать. Окей. Прям надо... О, яблочко, еще одно. Дайте прикусить. Чекпоинт, слава богу. Процесс сохранен. Ага, комочки. Не-не-не. Три комочка он стреляет. Нам в него надо очень много сюриков запульнуть, чтобы его подбить. Что в этом ящике спрятано? Денюшка. Эть! Я видел. Прыгай сюда. Иди отсюда. Ты следующий? Пошел прочь. Дурила. Я жду. Ой, жду я. Так, уходим. Бля, они меня преследуют. Отлично, сейчас им всем тут досталось. Ну давай, прыгай, прыгай. Ну. Этот какой-то боязливый, а вот эти вот не боятся ни шиша. Так, сюрики, смотри, тут лежат. Итого у нас с тобой 37 сюрикенов. Что, все что ли? Тут замороженный чувак какой-то. Во льдах. Так, 200, сколько, 66 монет у нас. Телевизор. Что там нам выпадет? Автоматик, 30 патрончиков. Такое впечатление, что сейчас будет босс. Нет, не босс, а обычная битва. Ну давайте, давайте, я вас жду. Вот так вот вам всем. Ой-ой-ой-ой, тихо. Ничего себе ты там как умеешь. Не надо, не надо тут разминаться. Я видел, что он собрался уже делать. Так, нормуль. Вообще разобрался на изи со всеми. Ну зачем ты так делаешь, а? Блин, у нас очень мало здоровья. Пахнет боем. Нет, мы куда-то с тобой пошли. Фух, студеные равнины 1-1 выполнено. Да, ребята. Враги, почему-то одного где-то врага не уничтожил. Как-то умудрился. Тайные зоны только нашел одну из трех. Рекорд. Так, а здесь у нас... Ага, 1-2. То есть, обычно... Блин, а как интересно тут пройти на одна звезда? А как вот эти вот получить звезды, а? Кто мне скажет? Рекомендуемый уровень 16. Как получить уровень? Я вот до сих пор этого не могу понять. Друзья мои, уровень, наверное, получаем мы за счет того, когда прокачиваемся. Магазин, что у нас там есть бесплатные гемчики? Дайте, пожалуйста, мне. Так, ребят, с вашего позволения, я, наверное, гляну видосики и получу сколько? Раз, два, три, четыре. 10 гемов. Ну что, друзья мои, 39 гемов я насобирал за все просмотры. Там потому что еще давали жетоны. Кстати, давайте мы активируем их. Два жетона у нас. Так, получил касание Мидаса. Еще давай. Талон на костюм. В плане. Попробуйте, что за талон на костюм? Интересно мне знать. А ну-ка. Подожди. Ты мне дал талон на костюм. И где он? Ну, например. Что тут, например? Ну, вот здесь вот. Хватайте, хватаю. Получите крутую добычу. Так, выслеживайте особых бойцов в режиме выживания. Выбивайте из них жетоны, меняйте жетоны на эксклюзивные призы. Чем дольше продержитесь, тем больше особых бойцов вам попадется. Ага. О, вот так вот выглядит, кстати, женский пол. Прикольно. Би-пи-пи. Вот тебе би-пи-пи. Мне нужно еще, ребята, ну сколько получается? Блин, 11. 11 кристаллов этих. Где взять, друзья мои, где взять еще 11 кристаллов, а? Выживание новое. Ну я... Слушай, а если нам... Плюс 3. А что вот это значит? А. Погоди, ну у нас идет время. Значит, 3 противника должно быть, да? Или это 3 попытки у нас с тобой пройти?
Наверное, да, три попытки, скорее всего, нам за прохождение. Так, слушай, давай-ка мы зайдем в историю студеной равнины. А мы с тобой остановились вот здесь. Блин, а почему такой костюм? Дай мне другой костюм, дай мне моего ниндзю. А он мне сразу робота подсунул. Попробуем с тобой пройти, но там, наверное, будет очень-очень сложно. Кстати, вот этот костюм тоже можно открыть, если мы с тобой, что там, по-моему, 5 звезд, да, получим, этот костюм нам будет доступен. Так, ну здесь я хочу поменять, естественно, перчатки. Мне нужно на урон, а не на крит. На урон это самое эффективное. Я уже так понял. Блин, нам бы... Вот что следующее, наверное, будем с тобой изучать лучший компас, скорее всего, да, мне кажется. А что вот это вот? А, ну это смотреть, как оно будет выглядеть. Угу. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. 16 уровень не рекомендуется. Хотя бы, ребята, глянем, что нас поджидает на этом уровне и как нам потом здесь быть. Студеные равнины 1-2. Ах, снег идет. Такое милое название, ах, снег идет. Такая сейчас жесть, наверное, будет. Ну и чего? Так, вниз. Внизу. Блин, сейчас чувствую, будет битва. Опять этот с комочком, сразу же причем. Ну-ка, иди отсюда. Прям в воду его. В ледяную сбросил. Так, автомат. Не надо. Вот пока ты там комочек свой бросаешь. Отлично, в воду мы его отправили. Рекомендуемый уровень здесь 16, еще раз повторю. Хотел уже комочек бросить, да? В меня, гаденыш. Так, здесь перепрыгиваем. Перепрыгиваем. Пока все хорошо идет. Телевизор. И нам достается базука. Бой. Так, вот эти вот. Давай мы их здесь, наверное, подождем. Я их буду, хочу в воду скидывать. Ну-ка, иди отсюда. Ай-яй-яй, он в воду не упал. Да что ж такое, что же вы такие шустрые-то стали, а? С комочками, все дела. Так, я еще, знаешь, кого здесь не видел? Ни одного летающего монстра, по крайней мере. Ни одного еще пока не было. Ай-яй-яй. А если я вот так сделаю? Нате вам. Всем прописал. Готов. Можно идти дальше, да? Побежали, чекпоинт уже радует. Что ты там стоишь, цветочки нюхаешь мне? Воду, 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 давай его. Мы всех в воду с тобой. Желательно бы отправлять, конечно. Но они стоят не очень в удобном положении. Так, здесь мы с тобой можем. Вот так вот. Здесь вот так. Ага, монетка. Монетка там была. Тут есть путь наверх, а можем с вами и по низу пройти. Но я лучше, наверное, вот так вот. 115 монет. Ну что, заглянем с тобой в магазинчик, что нам тут предложат. Курица и ножи. Давай я возьму, наверное, ножи. Хотя лучше всего, наверное, курицу брать. О-о-о-о. Тихо, 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 не надо. А я его, интересно, ножом могу пробить? Слушай, нож его, по-моему, пробивает. Ну, будешь бежать или нет? На-ка. Не захотел? Тихо, ёпрос, этот мостик. Этот исчезает. Оказывается. Ага. Понял я, в чем прикол. Здесь то же самое, да? Окей. Ага. Бой. Вот, друзья мои, а вот и летающие появились. Ну куда ж ты улетел-то, а? Да что ж ты будешь делать-то? Так, я этого... Блин, он за мной охотится. Все, я его ушлепал. Надо привыкнуть к этим, к броскам. Тут же очень много всего интересного. Броски есть, да? Которые помогают нам. Помимо бросков есть еще... Ох ты, там еще тайный предмет какой-то был. Так, с комочком. Вот самые противные это с комками. Мне так кажется. Потому что они вредят. Да хватит уже. Там яблоко, если надо его подобрать. Вроде бы... Хотел сказать, вроде бы все получилось. Ну да, конечно, все получилось. Подбили. Кто еще? Ох ты! Ты кто такой, парень? Получил свое?
На еще. Смотри-ка, он защищается. Огнеметчик это какой-то. Ну, готов. Я его неплохо, да? Со спины накумарил. А если дальше такие пойдут, что мы с тобой будем делать? Что ты там высматриваешь? Высматривает он мне. Так, комочки, да, хочешь? Уже пульнуть свои. Иди вон туда, вниз. Там популяешь комочки свои. Как-то ты наверх забрался, а? Так, одуплился. Он высматривает. Досмотрелся. Так, тихо, сюда, сюда. Ну, увидел, да? Плыви. Так, так. Опа. Смотри, что делает, а? Тогда вали отсюда. Так, этих мы уже с тобой видели. Фух. Нормуль, двигаемся. Там телевизор наверху. Дай-ка мне что-нибудь хорошее, полезное. Оу, резалка, кстати, это очень круто. Резалка, это всегда приятно. Она выручает обалденно просто. Автоматик, что, бой? Ну, конечно же, бой. Опа, этот у нас со щитом. Автомат есть? Автомат есть. Давай вот так вот. Готов. А ты что здесь забыл? Так, тебя тут не хватало только. Так, если его... О, нормуль. Да иди ты. Блин, не хватало вот этих вот летающих здесь. Одного уничтожили. Второго тоже подбили. Так, я вот с этим хочу разобраться. Так, подбил. Ну что ты там наверху бибикаешь мне? Бибикает он мне. На тебе. Все? Нет, не все. Так, а эти уже летающие у нас с автоматами. Поэтому, ребят, не расслабляемся. Слушай, ну прыжок вот этот, кстати, тоже бы неплохо было бы прокачать. Довольно неплохой урон наносит он за счет прыжка. Фух, справились мы здесь. Погнали дальше. Что это такое? Я уж думал, какой-то босс-черепаха. Нет, ребята, студеные равнины 1-2 выполнено. Люто, конечно, люто, ничего не могу сказать. Я нажал продолжить. Так, вам нравится? Потом, потом. Так, подожди, 1-1-2. А тут всего 1-6 и все. И мы с вами пройдем, получается, да? Ну что, друзья мои, я, наверное, думаю, на этой ноте мы с вами закруглимся на сегодня. Обязательно продолжим играть, но уже в следующей серии. Вот интересно, как здесь звезды получить остальные? Хм. А, наверное, уровень сложности будет, да, постепенно повышаться. Скорее всего, так оно и будет. Да. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.